Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Джуз, и мы продолжаем строительство нашей звезды смерти в Роблоксе. Кто смотрел прошлое видео, тот знает, чего я уже достиг здесь в постройках. И я, кстати, еще накопил 147 миллионов, чтобы здесь уже сразу же сходу же проапгрейдить, ну, поставить, может быть, дроппер какие-то, еще что-то. Ну, здесь, смотрите, Готли дроппер 125 миллионов стоит, но я думаю, пока что мы его покупать не будем. Давайте хотя бы маленький мы здесь проапгрейдим. Вот 25 миллионов я сразу же потратил на апгрейд. Здесь вот 20 миллионов мы еще на апгрейд здесь поставили. Еще один дроппер у нас тут стоит, и что еще мы можем с вами здесь проапгрейдить? И кажется, пока что больше ничего не можем. Единственное, что у нас здесь получится, это проапгрейдить вот этот год для дроппера. 125 миллионов коинов, кэш он стоит. И пока, да, действительно, я ничего здесь не могу проапгрейдить больше. Но за исключением, вот, наверное, киллы мне надо сделать. Тогда я смогу поставить здесь какие-то Тесла-дропперы, джедай-апгрейдер какой-то может за 25 киллов сделать. И здесь у меня вот буст X2. Можно даже, наверное, еще на 10% проапгрейдить, чтобы быстрее у нас кэш поднимался. Так, давайте я здесь проапгрейджу. Вот так вот, все, у меня теперь еще дополнительный бустик появился. Давай еще. И, кстати, ребята, если вы тоже хотите себе проапгрейдить, что-нибудь купить за робоксы, то пользуйтесь, конечно же, нашим великолепным спонсором. А спонсором сегодняшнего видео выступает сайт по продажам дешевых робоксов Robux3. По курсу за 1 рубль почти 3 робокса. Благодаря режиму Lock Pass вы можете купить робоксы дешевле, чем где-либо. А для тех, кто будет брать больше 1000 робоксов, цена будет еще вкуснее по курсу 1 к 3,5. Все, что тебе нужно сделать, это дать данные от своего аккаунта, и в течение 6 часов тебе зачислится вся купленная тобою сумма робоксов. Также очень важно покупать на robux3.com, ибо множество мошенников сделали поддельные сайты, и следите, чтобы вы покупали на оригинальном сайте и вас не смогли обмануть. Если хотите купить робоксы по самым выгодным ценам и не попасться на мошенников, переходите именно по моей ссылочке в закрепленном комментарии, ну или в описании. А тем временем, пока у нас копится наш кэш, можно взлететь, посмотреть, здесь кто-то стреляет. Смотрите, у ребят здесь уже сделаны полностью проапгрейженные почти что звезды. У этого почти сделано, а у этого, по-моему, полностью сделано. Смотрите, какая она классная. Обалдеть. Вот это да. У него еще здесь гигантский корабль какой-то. Ну-ка, давайте подлетим, посмотрим. А это корабль или что это такое? Кажется, как будто это действительно корабль. Ай-яй-яй-яй-яй, я задел, и все, взорвался. Жесть. Я только прикоснулся к его звезде смерти, я был полностью уничтожен. Да, вот это, конечно, мне не повезло. Так, у меня 16 миллионов накопилось, 17 уже есть, почти что 125. Может быть, мы и кэш еще возьмем? Нет, кэш у нас будет дорого стоить. Ну, кстати, смотрите, можно взять у нас 10 киллов. 10 код, да, например, так, и взять что-нибудь, а я могу еще взять, так, плюс код, 20x2 ammo, ну, давайте вот так вот возьмем, вот это мы приобретаем за 14 робуксов, посмотрим, что за Tesla Dropper вообще у нас, вот сейчас 20 есть, можем вот так вот поставить, и что-то у нас появилось, что-то да появилось, но я не вижу, что, у нас где-то должен быть появится Tesla Dropper, но я его не вижу, к сожалению. Может быть, где-то он и есть, а может и нет, я не знаю. Вот фиолетовый Tesla Dropper. Где Tesla Dropper? Вы видите его, ребята? Я нифига не вижу его. Печально. А что за Jedi Upgrader? Тоже не знаю. Еще что ли потратить? Ну ладно, нет, не будем тратить. Давайте мы лучше дождемся, пока у меня здесь соберется 125 миллионов коинов для вот этого Готли Дроппера. Я уже хочу поскорее его включить. Так, Tesla Dropper я до сих пор не вижу, да? Ничего такого у нас не появилось.
Там у нас где-то... Ой-ой-ой. Очень жесткий замес происходит. Я вот слышу, там ребята стреляются. Во, смотрите, там какой гигантский корабль. Обалдеть. Надеюсь, он не взорвет мою звезду смерти. Нет, по-моему, он там себе приземляется. Эй, надеюсь, он против меня не настроен. Так, не стреляй в меня, пожалуйста, нет. Он летит в мою сторону. Летит в мою сторону. Но тихонечко пока летит. Ладно, мы не будем ему попадаться. Давайте покупаем Godly Dropper. И давай покупайся. Есть, ребята, мы здесь купили, кажется, последний дроппер. Последнее улучшение в нашем здесь отсеке. Но за исключением вот этой закилы. Конечно же, закилы мы здесь не поставили. Но больше здесь апгрейдов я не вижу, которые мы можем купить. Ну, только за робуксы и за килы. Так что давайте, ребята, пойдем. Пойдем дальше апгрейдить наши вообще здесь... нашу звезду смерти. Надеюсь, у меня получится сейчас здесь все проапгрейдить. О, смотрите, внизу у меня плазма какая-то появилась. Здесь тоже все очень дорого. Ну-ка, это что это такое? Что-то мы здесь покупаем. Видимо, где-то улучшается, но мы этого не видим. Так, а это что такое? Ну-ка. О-о-о, жесть. Ну, мы здесь вот внутрянку обделываем полностью. У нас здесь все супер-мега красиво становится. Но давайте что-нибудь другое попробуем проапгрейдить. Здесь Left Plate. Что это такое? 4 миллиона стоит. Ну-ка, давайте попробуем. Что-то мы взяли... Но непонятно что опять, непонятно что мы потратили. Вот это что такое 500 стоит. Опа, купили, здесь купили. Непонятно что улучшается, ребят, вообще. Ну где-то может быть снаружи, скорее всего. Снаружи где-то что-то улучшается, поэтому мы не видим этого. Так, и здесь тоже последнее улучшение мы взяли. Я так думаю, то, что действительно у нас наружу звезда смерти обрастает какими-то крутыми эффектами. Так, открывайте дверь. И я хочу посмотреть. Здесь у нас щит-генератор стоит 2,5 миллиона. Так, ну, у нас ничего такого вроде-то и не сделалось. Хотя должно было быть. Давайте мы здесь покупаем этот генератор щита. Есть, смотрите, у меня какой классный такой желтеньким светится. И погнали дальше. Кстати, здесь тоже можно что-то купить. Так, есть, поставили. Здесь можно включить и отключить этот щит. Понятно, все понятно. Так, откройте дверь, пожалуйста. Дверьки открылись. Идем дальше. Здесь будем улучшать сейчас. Я помню, здесь у меня много чего не улучшенного было. Вот, есть 400 тысяч. Так, о, крыша появилась. Здорово. И здесь у меня тоже... А, враги! Черт возьми, я не знал, что у меня здесь враги. Так, от них надо мне избавляться в срочном порядке. Так. Мы еще сейчас здоровье себе возьмем побольше. И я возьму что-то покруче, наверное. Давай лазер вот этот возьмем. И возьмем вот эту снайперскую тяжелую винтовку. Есть, погнали. Вот эту, наверное, да, возьмем. Или вот, давай, лазер вот этот. Открывайся. Открывай. Пау-пау-пау-пау-пау-пау. Оу. Так, а у меня шотгана нет, да? А, у него граната. Что? У него была граната, ребята. Так, на. Так, еще один выстрел. Давай, открывай. Пиу. А че я не попадаю по нему, смотри. Я по нему не попадаю почему-то. А, патроны закончились. Так, на, во, попал один раз. Так, опять он гранаты закидывает свои. На. Да я не попадаю по нему, ребята. Это подстав. На. Черт, надо тоже шотган было взять. Шотганом было бы легче. Сейчас мы зареспавнимся, ребята. И возьмем шотганчик. Шотганчик, иди сюда. И все, и попрощайся. Где ты там? Попрощайся с жизнью, на. Пиу. А, чё-то я по нему не попадаю. Так, иди сюда. Пиу. А как это работает, ребят? Я не понимаю, как это работает. А чё? Ну ладно, я понял. Так, иди сюда. Так, на. Вот так, есть. Вот, на, есть, вот, все, я попал по нему, поэтому засранцу уничтожил, защитил свою башню.
Есть. Все, и теперь можем спокойно пойти заниматься дальше строительством. Отбили нападение на нашу звезду смерти. Это было жестко и неожиданно. Надо везде поставить окошки, чтоб ко мне не залетали отовсюду. Вот здесь у меня есть окна открытые, надо их закрыть все. Так, закрываем давай здесь. И здесь тоже закрываем окошечки, чтобы ко мне больше никто не залетел. Так, наверху у нас тоже есть окошечко. И мы его тоже закрываем. Так, есть, закрыто. Все, вроде бы ко мне сейчас, вот мы вот так вот посмотрим, вроде не подобраться. Мы везде закрыли все. Так, у нас еще есть какая-то штука вот эта. Что это такое? Мы поставили какие-то штуки на крыше. Не знаю, что это такое, правда, но мы это сделали. Здесь у нас что-то очень дорогое, и вот здесь у нас открытое пространство. Что это такое? Так, давайте мы вот это купим. Это подешевле. А, это столбы у нас какие-то появились. Ладно. И, а, это питомцы, я понял, питомцы, ладно. Мне пока питомцы не нужны. Это все, что ли, питомцы? Майнбомбер, да, лодер. Это как-то очень дорого все стоит. Это мы с вами в самом конце, наверное, сделаем, если это что-то еще дороже не появится. Теперь, ребята, мне надо здесь, наверное, проапгрейдить все быстренько. Так, есть апгрейд, покупаем. Здесь тоже покупаем. И вот сюда. Опа, есть, приобрели. Теперь 40 миллионов еще. Супершафт. Что такое супершафт? Не знаю, но пока как-то 40 миллионов у меня не совсем-то и есть на самом деле, чтобы тратить. Так, давай сюда здесь ставим, покупаем. И все, здесь больше ничего купить не можем, да, толком. Ладно, давай вот этот. И 15 миллионов мы, наверное, вот этот мидплейт тоже поставим. Есть, все, у меня деньги закончились, обалдеть. Обалдеть, ребята. Ну-ка, давайте-ка мы выберемся отсюда. Так, откройте дверь. Я хочу посмотреть, что вообще произошло. А что мы с вами сделали? О-о-о, у нас уже почти готово, смотрите, почти готово становится. Наша звезда смерти. Интересно, я могу вылететь со своего щита самостоятельно или нет? Есть, я могу вылетать и могу залетать. Есть, на меня эта штука работает, прекрасно. Давайте мы заценим, что вообще здесь существует. Итак, у меня еще здесь половина недоделана, на самом деле, да, очень дорого это все стоит. Но мы обязательно это все доделаем. Главное, мне нафармить нужное количество деньжат, и все будет готово. Так, почти что есть. Но зато ко мне вроде бы не подобраться. Вон, смотрите, у нас враги развалились напополам. А мы залетаем к себе на базу. Так, залетаем, приземляемся, выходим. И все нормально у нас. Нормально. Так, нас пока не атакуют. Все здорово. Погнали дальше. Посмотрим, может быть, у меня что-нибудь в другом месте можно. Вот это, я так понимаю, все это строительство нашей звезды смерти полностью. Но оно все очень дорогое. Так. Здесь вроде пока нормально. Вот здесь мы все точно доулучшали. Или по-любому что-то есть. Но может даже есть, но тоже очень дорогое. Ну, 2 миллиона вот это здоровье. И здесь уже надо к группе присоединиться. Так, взяли. Взяли, пошли. И здесь у нас какие-то штуки непонятные. И тяжелый шот-бластер 90 миллионов стоит. Тоже очень дорого. Наверху все сделано, ребята, да? Точно? Точно все сделано. Хорошо, здесь, значит, у нас одна пушка не куплена. И все, по сути, одна пушка, и там уже за килы. За килы какие-то штуки тоже надо приобретать. А мы теперь бежим пока вот сюда. Теперь здесь нам надо все проверить. Пока у меня кэш копится, мы это все дело сейчас проверяем. Так, точно здесь ничего больше не могу сделать. Да как же так? Мне действительно сейчас будет вообще нехватка кэша. Кэша нужно очень-очень много. К сожалению, очень много кэша, который мне не получить. Единственное, можно бусты увеличивать, там, в 2-3 раза быстрее прокачивать. Но в этом уже нет смысла, я и так X2 взял.
И этого достаточно, наверное. Единственное, сейчас придется просто тупо ждать, ребят. Тупо ждать, чтобы прокачать. И это у нас свет 80 миллионов. Сейчас я, короче, посчитаю, если ничего не добавится. Здесь 80, 90, 106 получается. 106 миллионов здесь заложено. И еще вот здесь вот 40 миллионов, 166, 220, ну, короче, уже 200, больше 200 миллионов. И здесь у нас тоже очень дорогие штуки какие-то. Еще 200, 225, это уже 500, 600, 10 примерно. И там еще у нас корабль есть, который дорогущий. Плюс еще надо бластер за 90. Короче, ребята, 1000 миллионов надо, миллиард денег надо накопить, чтобы здесь все достроить. Ну, мне, по крайней мере, потому что я не вижу никакого способа быстрее. И вот здесь тоже у нас есть корабль, да, вон он. 45 миллионов. На самом деле, этот корабль не такой уж дорогой по сравнению со всем остальным, что мне надо достроить здесь. Так, у меня вот есть немножечко кэша, немножечко, совсем капельку. Мы можем хоть чуть-чуть, да, что-то, наверное, здесь улучшить. Так, есть, улучшаем. И теперь вот сюда надо еще 12 миллионов потратить. Жесть. Это просто жесть, очень дорого все. Но я думаю, даже после того, как мы здесь потратим все, миллиард, да, на все это, я думаю, у нас строительство еще на этом не закончится. Так, давай вот это покупаем. Левые мы проапгрейдили. Ну-ка посмотрим. Вот мы еще вот так вот проапгрейдили. Сейчас мы заценим, что у нас улучшилось на нашем корабле. Так вот, моя шлюпка космическая, и сейчас мы в нее сядем и поплывем. Погнали! Погнали! О, у меня какой-то барьер появился. Во, смотрите, мы уже залатали здесь почти что все дыры. У нас теперь полностью закрытая. Я спрыгнул, зачем? Я зацепился за свою звезду. Так, ну, вот смотрите, у нас здесь крыша осталась. А, смотри, как ко мне. А, нет, нельзя ко мне так залететь. Я уже думаю, можно вон оттуда снизу забраться ко мне, и все, хана будет. И вот здесь вот крыша осталась. Я думаю, это как раз-таки те там 10-15 миллионов. И все, и мы здесь все закроем полностью. Так, давайте попробуем упасть внутрь сюда. А я не могу. Смотри, я не могу здесь. А вот теперь могу. Черт. А, я выжил. Я мальчик, который выжил. А вот отсюда я могу забраться? Ну-ка. Так. Давай. Я знаю тайный проход. Давай. И сейчас надо как-то... Где эта штука? Я потерялся, ребят. Так, наверное, вот она, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, надо еще выше забраться. Вот прям вот так вот впритык. Теперь вот так вот смотреть и нет, так лучше не смотреть. Так, спускаемся чуть-чуть, капельку. Давай, я что, застрял? Нет, не застревай. Пожалуйста, я должен забраться в свой самолет, а в свою звезду смерти. Ладно, давайте мы ресет делаем спокойным и копим деньжата. Сколько получится накопить, не знаю, но я попробую накопить максималочку. Ну что ж, ребята, 181 миллион я смог накопить за 20 минут. И чё-то меня эта ситуация, конечно, не очень радует, потому что, ну чё мы можем купить на 180 миллионов? Совсем ничего. Вот я здесь, конечно, купил, да, вот этот весь ряд, но остальное это очень дорогое, например, вот здесь вот. Свет, я думаю, это вот эти лампочки, которые стоят. Вот это что это такое? Супер лазер шафт. 40 миллионов тоже стоит какая-то штука. Вот еще что-то появилось. Нет, почему все такое дорогое? Апгрейд супер лазера. Где он, кстати? Где наш супер лазер? Кто-нибудь мне покажет?
расскажет, где суперлазер. Здесь вот 80 миллионов стоит. Жесть. Очень дорогое удовольствие. Так, ну можем зато вот эту вот штуку купить. Последний у нас самолет. Но и то еще не можем пока что. 45 миллионов просит. Но 45 это уже можно накопить. Так, где наш лазер? Наш лазер, с которого мы должны стрелять. Это же все-таки звезда смерти, и она должна жбабахать по планете так хорошенечко. Так, сейчас мы берем наш самолет, дестройер, звездный разрушитель. Настоящий уже прям. Вот он. О-о-о-о! Вот это звездный разрушитель. Садимся в него, он прям как стрелочка. Так, обалдеть. Так, подожди, ты чё такой дерзкий-то? Как тобой управлять? Так, 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 ну вроде... О, он, ты чё, у меня забаговался, что ли? Так, ну-ка, ну-ка, давай, выезжаем. Он у меня не едет почему-то. Вот, выехал, еле-еле как. Еле как смог выехать с него. Так, едем. И рассматриваем вообще нашу звезду смерти. Вот, кстати, вот... Вот наш суперлазер. Вот он. Вот я в него стреляю. Но из него стрелять мы не можем, да, пока что? А как мне вот из него выстрелить? Или чтобы из него шмальнуть, мне надо полностью прокачать. Но полностью прокачать это очень дорого. Очень дорого, я скажу. Это не просто дорого, а очень дорого. Так, о, кстати, вражеский корабль. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Так, подожди, он куда-то залетел. Ты куда-то там залетел? На, получай! Звездный разрушитель тебя взорвет. У него тоже есть, кстати, барьер какой-то. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Да стой, куда ты полетел? На, на, на. Жесть, такой звук, когда он по куполу мне попадает. Обалдеть. Так, на-на-на-на-на. Да, а чё, я смогу его вообще? Есть, я разбил его барьер. Я смог разбить его барьер. О, джедай. Джедай бегает вон там вот. Или ситх, не знаю. Так, ладно, этого мы уничтожили. Ну и вот здесь, короче, такой вот корабль. Ой, корабль, говорю, такая звезда у него смерти. Вот он так прокачан. И я не знаю, может ли он вообще в эту планету выстрелить или нет. Ладно. Мне надо возвращаться на свой, так, на свою звезду смерти. Она у меня все-таки вот уже выглядит так цивильно, я хочу сказать, уже полностью сделанная. Полностью такой вот шар, даже лазер есть. Может быть, я сейчас найду, кстати, откуда можно выстрел сделать. Или в будущем можно будет в этом месте выстрел сделать. Так, пойдемте смотреть. Пойдемте смотреть. Здесь мы все-таки все купили. И пока мы там стрелялись, у меня 17 миллионов накопилось. Я говорю, это все еще очень, очень, очень весьма печальная и очень маленькая сумма. Вот там 175 миллионов, даже вот этот цвет не могу купить. Все очень дорогое. Здесь у нас вот, возможно... А, здесь трон, вау. Так, у нас, кстати, вот появилось что-то за 500 тысяч. Так, покупаем. А, это... Опять какие-то штуки непонятные. Ну, с этого трона, может быть, можно будет потом стрелять. Или откуда? Пока неизвестно. Возможно, надо полностью свой лазер прокачать. Тогда мы сможем и стрелять со своей звезды смерти. Пока неизвестно. Очень дорого. Я говорю, еще мне здесь, чтобы прокачать, это, я не знаю, несколько часов, наверное, надо стоять вот так вот. И ждать, пока у меня здесь все прокачается. Но... бустов больше никаких нет. Единственное, только за робоксы. Здесь мы все прокачали. Да, ребята, все прокачали. Дальше я уже не знаю. Это супер-мега долго стоять прокачиваться. А если покупать, супер-мега дорого. Поэтому я думаю, на этом можно завершать. Потому что я показал вам все, в принципе. Ну, скорее всего, все. Потому что я не знаю, что еще здесь дальше можно прокачивать. Самый крутой корабль мы тоже купили. Джедайские мечи в прошлой серии. Маски тоже мы это в прошлой серии сделали. И в основном все прокачали уже. Звезда выглядит у нас нормально. Единственное, вот у нас апгрейд лазера.
и света. Все, может потом еще что-то появится, но не знаю, мне еще придется 1 миллиард копить. Там еще у нас есть пэты, не знаю, зачем они нужны. Ну что ж, ребята, лайк, подписка, все дела, не болейте, не скучайте, пока-пока.